Папаша, папаша, я привез с собой друга. Прекрасно. Его зовут Евгений Васильевич Базан. Чудесно. Человек-скальпель, я бы так его назвал. Вскрывает, как говорится, как он говорит, взрывает ситуацию. А вы тоже будете доктор? Почему не отцы и дети? Мне показалось сразу, что Фрил берет как бы быка за рога, потому что в конечном счете судьба сыновей – это не судьба дочерей. Это несколько иначе во всем мире – судьба сыновей. Я вам скажу, какое главное было соображение. Вот два революционера. А потом, оказывается, навстречу этим революционерам вышли женщины. И революционеры споткнулись. И оказалось, что встреча с женщиной чуть-чуть революцию отодвигает в сторону. И, конечно, Арефьев, Владимир Арефьев, он привнес в это совсем другое видение отцов и детей. Я так делаю движение и вижу цветы. И первое, я еще не вошел, я не думал, что так, что именно так я увижу эту декорацию. Этот ручей, который разделяет два берега, отцы и дети. Это ручей, который в наших сценах приходится все время перешагивать, как некое препятствие к тому, чтобы понять друг друга или решить какие-то проблемы. Все ваши слова для нас не имеют никакого смысла. Очередная провинциальная аристократическая гибель. Любовь оказалась сильнее их нигилизма. Это мне очень нравится в этом материале. И это главное, ради чего я это ставил. В конечном счете, любовь сильнее всего.